Они били как дворец, что важный человек или известный. Паласт. И, да, паласт. Потом, после этого, они во мне отводят музей. Но у нас здесь это первый раз в мире, что там построят здание, сразу вели музей. Будет музей. И еще, это когда, это 1902 году. Угу, построили. Это, да, это больше чем 120 лет назад. Это сам будет старее. Он сам здание старый сейчас. Там бассейн, там есть две растения. Вот сами деревья, которые видно сейчас, это лотос, который увидели уже. Угу. И там снизу там лотос. Это папирус и лотос. Uh-huh. Это сим Верхний Египет и лотос, который Нижний Египет. Они вместе здесь, это значит, один Египет уже один част. Да-да-да. И Заба, да. Который я вам рассказал, это жизнь, а это смерть. Здесь построены все гробницы почти, а и направо все жилье. Жизни, где там дворцы, например. Там есть дельта Египет, два часа Думиат и Рашид. Рашид очень важный, очень известный. В этот момент там нашли, снимать видео не надо. Там есть, мы нашли такой камень, российский камень, так называется из Рашид камень. Почему это очень важно, поэтому мы знали, наша история из этого. Мы знали, как можно прочитать, мы знали, как можно написать точно. Там есть три разных языка, как видно, там три части. Три разные, но они одинаковый текст, концы. Шампиньон такой человек. Так, готов, вот это рядом, это 1870 году, 1870 году, он наш, он был французский, он наш такой, и он знал, что это иероглифик алфавит, самый первый, который это думатик язык, и третий это греческий язык. Он знал греческий, но он не уровень, что там одинаковый текст, рассказ одинаковый нет. Поэтому там есть картуш, потом покажу. Там есть картуш, такой формы, который вам показал раньше. Во трой нету, третий нету. Поэтому он думает, что это разные. В то время тоже они нашли облеск, который вам показал снаружи. Это в Асуа. Вот этот облеск, там небесно две разные картуш. Нет, там картуш. Картуш из них, там небесная Калибатра Ватарай. И Батламус Ватарай. Калибатра и Батлаймус, там написано на греческий язык и на фаланский язык, или иероглифик алфавит. Он свернет вместе, а тогда он узнал, как можно прочитать. Он сделал алфавит. И так потом начали... Да, через 13 лет он сделал как целевек. Поэтому из этого мы знали нашу историю. А это как церковь. Вот это как церковь, как видно, вот эти, все эти тексты это из книги мертвых. Из книги мертвых. Да, вот эти здесь написано, это типа амулеты или как оберег для защищай. Угу, как защищает в загробном мире. Да, это сделано из дерева. В древнем Египте тоже это разные формы. Обычные, как это. Угу. Это камень. Которые сами первые, сами старые. Потом так дальше, в конце форма черных. Угу. История Египта сделана на 30 династий. 30 династий? Да, 30 династий. Верви и Батрой династии почти не важны. Вот 30 династий, где там Дзосор, кто построил сами Верви пирамид. Uh-huh. Следующий Сенефру, отец Хеопса, который построит красный и розовый пирамид, который вам показал отдалека. И Ломния пирамида тоже. Следующий Хеопса, потом Хефрина, потом Манкрина. Ну, а самое главное у нас еще здесь. Я вам уже показал Рамсес II. Да. Он уже там. Ага, это здесь. Это который маленький. Это маленький, это да, небольшой. Это один из здесь. И у нас, который вам показал Мемфис, и который лежат. И еще один, который в новом музее сейчас, это одинаковый, как тоже сами. Что, как сами. И так везде. Так, это тоже сделано уже после смерти. Да. Борода. Это уже вот это в
форма такой, это значит узир. Уже все умер. Узир, это он буграй. Это значит форма узира. Буграй. И ключи жизни, конечно, как это спишь. Венок Хеопса, сами маленький пирамид, построили сам маленький пирамид. Хефрина и Хатхур, богиня материнства, и вот это как женщина, вот эта женщина била как команда на город, как президента города. Вот она рядом тоже держала, что кусочки, которые показать, что она била так, он тоже так, и вот три рука с богиней. Значит, богиня рядом всегда. Это значит, он царь Египта. И вот это его имя, и там небесно, вот эти знак поднимали рука, это значит Ка. Это Ка, Ка это душа, как вам сказал раньше. Там тоже есть такой статуя. Это под название Триад. Поэтому там раз, два, дальше, а третий будет там. Хорошо. А здесь посмотрите, как гробница внутри. Внутри так да. Она выглядит. А здесь тоже они рассовали все, которые ему нужны. Поэтому они думали, что он восстанет еще раз. Когда он восстанет, значит, ему нужно быть покушать одежду, украшения тоже. Все здесь можно посмотреть. Там, например, голова крова, как видно. Это значит, вот эти мясо, еда, там рыбка тоже и так. Вино. Да, вино. Все это. Все, значит, когда он восстанет еще раз, ему не страшно. Да, то есть. А вот это что такое? Это сделано из... Это кожи из мрамора. Мрамор. Самый высокий, как чистого. А это так кожи, как... Жертвоприношение. Да, точно. Это как жрецы. Да, для жрецов. И посмотрите, например. Покажу вам еще один внутри, но вы смотрели. Да, он светится. Светится, это значит самый высокий, как чистого. Как они сделали за одну штуку? Сами, если так пирамида, загадка, как они построили такой высокий, загадки здесь, как они так и сделали. Да. Вот это что? Это дверь, которая, да, такая. У нас здесь, да, много. Их здесь много, и вот этот построен при жизни, сделан памятник. Вот. Гептерга сейчас. Да. Могу гидом подрабатывать в следующий раз. Пожалуйста. Ленс, я взгляд дам. Хорошо. А это кто? Где видел? Где я видел, так это мы видели вчера с тобой, богиня там, это... Не богиня. Не богиня. Вот это копья, который находится... Да, мы вчера с тобой смотрели, в окошко смотрели. Это оригинал. Это оригинал. Это копья, который бил на... в Саккаре. В Саккаре, да, в старый пирамид. На север, вот так. Это Джосар, который построил пирамид. Он сделан из великолепных камней. Рука. Да, почему рука так? Да, рука так, это значит уважать его люди, народные. А, то есть он выбранный народом. Рука здесь на сердце тоже. Да. Выбран народом. Да. Борода. Платок, это под названием немц, это для царя только. Есть несколько в древнем Египте, немц это для царя. Есть два крона, это значит Южный и Верхний Египет вместе. Есть другой вообще, как синий. Две кроны, которые тогда вместе, это красный и белый. Красный и белый, это как Верхний и Нижний Египет, когда объединяли вместе. Да. Вот эти только как маска Тутанхамона, например, это для царя, как данная нация Муни. Если маленький, короче, синий, это на войне. Это значит, когда на рисунок надевал такую, это значит, это будет на войну. На войну. А вот это тоже третий, который показали. Да, это третий, который. А это как жизнь? Это уже настоящий, на гробницу мы уже видели. Да, на гробницу мы видели. Вот это как бы готовит бива и хлеб. Хлеб и пиво. Да. Они слоги, которые так вот сделали. Угу. Иногда тоже в древнем Египте мужчины ходят без одежды. Без одежды ходили. Без, то есть обнаженные. Без трусков. Да. Обнаженные. Да. Вот это тоже как мифа, как вам показал раньше. Я не знаю, закрыто, закрыто, да. Может быть. Информация изменилась. Да. Что-то нашли другое. Может быть. А, у нас телевизор. Ничего страшного. Мы тоже телевизор. Да. Это на купюре. Где? 200. Вот, точно. 200. Ну, это настоящий, конечно. Кто он? Он писец. В Древнем Египте мало людей, которые узнают прочитать и писать. Да, конечно. Он здесь, это значит, он очень важный человек.
образованный человек, то есть важный. Он надевал барит, уши уже видно, это значит, если закрыт, это значит, он не слышит нормально. А если открыто, значит, слышит? Это значит, он слышит нормально, он обратит внимание. У него были ручка. Да, нет. И вот этот папирус, он написал все, которые царь сказал. Самое главное здесь, самая загадка тоже, как я вам сказал раньше, когда посмотреть на глаз. А, они светятся, да, настоящие. Типа настоящие. Да, это перламутр, скорее это всего. Это не перламутр, это кристалл. Или кристалл, да. Или кристалл. Смотри как. Угу. Да, они светятся. Да. Хорошо. Я вам уже показал статуи Дзосера. Да. И Манкрина. Угу. А думаешь... А это? Это, так, Джосер, Манкрин, значит, первый, кто у нас был? Нет, второй. Второй? Кефрин. Кефрин. Я вам показал, когда мы были на его храм, там, там несколько штук. Все маленькие, это которые только подходят. Которые мы нашли где? Где вот, эти места, да. Точно. Это значит, вот это самый известный вообще у нас. Он сделан из диорита. Очень сложная работа. Так они так гладкие, они сделали, так тоже не видно как. А, там тоже вот эти. Все разрисованы. Да, эти рисованы. Рельеф тоже. Это не напечатано. Нет, нет, посмотрите. Это с камень сразу. Это одна штука камень. Посмотри. Вот зад, это вместе. Трон и его тело, это вместе. Как они так сделали, рука так тоже красиво так блестит. Ну, блестит, да. Да, как? И если ты приедет, со мной проходит. Да. Он так пил на храм, так? Сейчас видно, что он сидит просто, не больше. Да, да, да. Он надевал тот такой немец, рука и рука, кусочек папирус направо, налево он поднимает, но он рука так положит, значит, выжать его люди. Все не видно, просто царь сидит. Давайте рядом. Что видно? Что птица еще надо. Птица, было. Это сокол. Или Хорос, бог защиты в древнем Египте Хорос. Он тоже сын Азирас и Изида. Азирас бог рай в древнем Египте, Изида богиня любовь. Его жена и их сын. Это Хорос. Вот, это его знак. Это его знак Хорос. Почему он так здесь? Это значит... Что защищает? Защищает его. Это Бирби. Патруй. Они думали, что царь, он сын Бога на земле. Это значит, он так рядом. Значит, он есть да, Бог. Да, отец и сын. Да. Если другой, он Бог, который на земле. Я здесь уже. Я царь. Да. И внутри меня Бог. Или зад меня, это Бог. Это так очень известный. Это сами красивые у нас здесь.